Вот скажите мне, я сумасшедший или правда из этих дверей получается какое-то лицо? Вот смотрите, глаза, носик и даже пирсинг есть, а еще внизу какая-то странная хрень, но на это мы обращать внимание не будем. Ой. Уже не Покерон! Юля, я тебя поздравляю! Ты наконец-то закончила свое перевоплощение от Покерона 3000 до Мэйби Джулера. Это эволюция Майнкрафта, понимаешь? Как я все время телепортируюсь, я ничего не понимаю. Если кто вдруг не в курсе, Юлю взломали в Майнкрафте и поставили никнейм Покерон 3000, но мы все вернули, и теперь Юля Мэйби Джулер. Это я, кстати. Юль, ты тут вообще-то появилась просто, я тут важными делами занимался. Ты посмотри, сколько я уже говядины с этих коров выбил. Ты вообще, ты видишь? Ты хочешь это сказать, то, что ты убил 25 коров? Нет, они сами умерли от старости. А, ну конечно, я знаю, какая у тебя от старости помирает. Я это сделал не просто так, потому что сегодня мы наконец-то разукрасим коровок. Ну вы просто посмотрите. Это не коровы, это... Кто это? Чувырла. Я их сегодня нарисую, и они станут настоящими... Там корова яйцо снесла, ты видел такое? Это не корова, это у нас курица откуда-то в загоне взялась. Вон, видишь, и мы ее, кстати, тоже украсим потом. Вон она стоит. Ну ладно, хорошо. Пошла, поехала. Прощайте, коровки! Получи гадость, давай, отдавай мне свою говядину! Ровно 14 говядины, вы посмотрите на это. Все, коровки, остальные будете жить, так уж и быть, я вас оставляю в живых. Что, а ты там убийствами промышляешь, я пшеницу садила. Ты все правильно так и делай, потому что этих коровок нам нужно будет еще размножить. Подожди, Юля, я самого главного не сделал, я не получил карандашик. Ну что, вы готовы? Раз, два, три, пум! Опачки, Юля, ты посмотри, что у меня есть. У меня карандашик, который называется корова. И даже это не корова, ты посмотри, какой классный. Написано корова. Ты, Юля, у тебя какие-то проблемы со зрением. Ну-ка, отдай мне этот карандашик. Я-то сейчас нарисую корову, Юля, а ты что будешь делать, а? Обычно я корову покормлю. Юля, тебе нужно тоже что-то рисовать. Так а что рисовать мне? Тут нечего больше рисовать. Так, сейчас мы придумаем, что ты у нас будешь рисовать. Что у нас тут есть? Овечку мы не сможем. Землю это не нужно, шелковое касание. О, Юля, то, что нужно. Смотри, лосось? Что здесь? Да не лососи. Тростник, Юля, нам как раз нужно сделать ферму тростника. Поэтому почему бы тебе этот тростник не нарисовать? Ты посмотри, какой он белый. Вот это вот вообще что такое? А, ой. Там нужно 64 штуки этого тростника. Так, давай, добывай, помогай мне. У меня уже три. Так уже три. Это что? А, это я дверей наставила. Это какой-то тотальный геймовер лол. Это лол. Ой. Я что-то упал немножко. Юль, смотри, тут вдоль реки кучу этого тростника есть. Иди на... Какая корова? Это не обращай на нее внимания, это некрасивая корова, мы с тобой красивую сделаем. Юль, иди, короче, по этой части реки, я поплыву по левой, точнее, пойду по левой и соберу там весь тростник, а ты собирай все справа, окей? Да, хорошо. Давай. Так, опа, сколько у нас тут уже? 21, Юль, сколько у тебя? 8. У меня уже 30. А у меня 27, Юля, нам осталось буквально чуть-чуть. Сколько у тебя уже? 30. До сих пор 30? Ну да, у меня закончился. Офигеть, Юля, хочешь прикол? Да. У меня 33, а знаешь, сколько будет 33 плюс 30? Нам нужен еще один. Да, вот в этом-то и про... Да это какое-то проклятие, вы понимаете? Нам одного тростника не хватает. Это что за жопа такая, Юля? У меня еще бегать не могу. Есть какая-то еда? Да, хлеб. Так, дай мне хлеба. Где-то он должен быть, блин, сейчас всякие гадости выйдут, Юля, наружу. Ой, сколько тут коровочек. Вообще нифига не круто. Жень, я нашла. Нашла? Где ты, Юля, где а ты? А здесь около речки. А, вижу тебя, вижу, иду. Нахрен ты меня-то ждешь, все, давай, дай мне тростник. А нет, на тебе весь тростник, на, получи. Так, сейчас. Смотри, оба. Шо я, все, Юля, отлично, теперь у тебя есть, подожди, а вот есть еще один тростник? У меня два с лишних есть. А, все, супер. Все, Юля, пошли домой, переждем эту ночь, а потом уже приступим к покраске. Сейчас мы тут как-нибудь закроемся, Юля, иди сюда. Придется сломать твои дандельоны чуть-чуть. Ну ты, извините. Это мы все дело закрываем. Теперь смотри, Юля, что я делаю дальше. Я тут ставлю водичку, а сюда ты ставь тростник под себя. Вот сюда? Да.
Все, а теперь я прыгаю в эту водичку и тыкаю на корову, а ты тыкаешь на тростник, поняла? Поняла. Все, Юля, погнали рисовать. Ой, ну трындец, Юль, может поменяемся, может ты корову нарисуешь? Я уже рисую, давай, давай. Ну ёперный театр, ладно, поехали. Жень, я все. Так, ну я тоже вроде как все. Я, конечно, вообще не уверен, что получилось красиво, но напишите в комментариях. Юль, готова? Давай, давай. Давай, раз, два, два, три. Так. Стоп, подожди, ты что вообще нарисовала, Юля? Это что, тростник, по-твоему? А если меня забанят нахрен? Да что? Мы против курения, если что. Это тростник сахарный. А, да, в смысле, да, это тростник сахарный, да. Да, 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 да. Это в принципе, да, это в принципе тростник сахарный, я согласен, да. Ну да. А, ой. Привет. Сегодня в одном носу сережки, как у тебя. Это буренка, буренка, Юль, как тебе? Погоди, а ты заметила, у нее даже сися есть, ты видишь? А где? Вон там снизу, смотри, сися. Ну вообще тебе понравилось? Я старался, как вообще, я чуть не вспотел, точнее вспотел, пока рисовал это. Такое лицо страшное. Ну смотри, ну теперь да, гораздо лучше все это выглядит, согласна? Красиво, красиво. Вот и я тоже считаю, что все как замечательно получилось. Это, конечно, все прекрасно, но мы до сих пор с тобой, вот мы для чего разукрашивали вообще вот этот вот андезит, вот этот вот уголь, вот этот вот замечательную диарею, для чего мы разукрашивали, Юля? Ну как для чего? Для того, чтобы диарея была. Нет, Юля, мы с тобой это разукрашивали, чтобы наконец-то в шахте ориентироваться, чтобы понимать, что гранит, а что железо, что диорит, а что камень там и так далее, понимаешь? Поняла, поняла. Поэтому мы с тобой обязаны, должны разукрасить в этой серии еще железо и гравий. Бери свои кирки, если они у тебя есть, и погнали в шахту. Ладно. Тут какая-то странная хрень, Юля, если честно. Что? Что это? Я не знаю. Ну возьми. Кожаные ботинки? Да-да-да, надевай их. Походу, их тоже придется разукрашивать, Юль. Капец. Ну, трындец. Держи тебе вот это еще обязательно, потому что мы с тобой будем копать сейчас гравий. Вот он вроде бы как. Да, это он и есть. Давай его добывать. Нам нужно 64 штуки. Ой-ой-ой, погоди, 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 погоди. Я уже понял, что тут... Сейчас я сейчас заберу эту воду, и всю эту лаву мы нафиг превратим в обсидиан. Опа! Блин, еще одни белые блоки, которые мы не знаем, что это такое. Просто прекрасно. Давай, не пойму, что. А, я добыл редстоун, прикинь. А давай железо. Так, подожди, это хорошо. У меня 8, сколько у тебя этого железа? Ой, редстоун. Так, слушай, редстоун это хорошо, нам нужно его тоже добывать. Это лава, я копаю. А что ты копаешь вообще? Железо. А как ты, где ты его доходишь вообще? Я вообще его не вижу. Это белые блоки. Охренеть. Копаю. Все. Подожди, а вот это что? А это гравий, Юль, вот гравий надо тоже добыть. 27, 30. Ой, у меня... Помоги мне гравий добыть, мы сейчас уже карандашик получим. Его здесь просто дофига этого гравия. О, лазурит. А, Юль, тут одна не проблема вышла. Ну, мне повезло, там хотя бы снизу была вода, а не лава. Я лазурит копаю. Да нахрен это, ну хотя лазурит тоже добывай, но нам нужно больше гравия и железа, потому что лазурит и ростов мы будем разукрашивать уже в следующей серии. У меня 28. Чего? Железо. Да где ты его находишь-то, скажи мне, пожалуйста. Я просто копаю. Я вообще ничего не понимаю, я иду тут по этой лаве в надежде найти железо. О, железо. О, нет, это изумруд. Это изумруд, Женя, это изумруд, Женя. Женя, изумруд. Юль. Ты что там? Чё? Ты что, алмаз нашел? Да, прикинь, это алмаз! Давай. Подожди, так там еще их куча! Давай добывай! Ты смотри, сколько здесь алмазов!
Офигеть, ты как их накопал? Да ты мне скажи лучше, как ты железо столько накапываешь, а я, ну, это алмаз, это и ладно, это фигня. А, ну да. Давай, скажи, что у тебя уже 64 и уже давай. О, железо. А, у меня 10, я тоже железо нашел. Прикол, прикол, кол? Кол? Прикол, прикол, это прикол. Жень! Что? Что ты нашла? 61! Каких нахрен 61? 61 железо. Офигеть! Иди сюда. Раз, два, три. Подбирай. Ой, птица. Ой-ой-ой, смотри, чё. Чё-чё-чё, всё, ну всё, тогда смотри, давай, чё будешь ты красить? Я хочу железо. Ты шо булыжник выкидываешь, ты шо? Так, закрываю у нас блоками, слева ставлю вот это тебе железо, а справа себе гравий. Всё, отойди! Это что? Всё, кравь свое левое железо, а я буду свой прекрасный гравий красить. Это железо? Вот перед тобой железо, перед мной гравий. А это мне железо? Это гравий, это мой! Все, я крашу. Сейчас я такой, блин, тебе гравий сделаю. Ты просто охренеешь этого гравия. Да все, я все. Так, тогда давай на счет три. Готово? Давай, раз, два, три. Так. Что это такое? Это Iron Man? Да. Это как же, это же железный блок? Да. Блин, это офигенно, Юль, слушай, это просто прекрасно. Мы теперь будем всегда понимать, что вот если железный человек, значит это железо. А как тебе мой гравий? Он похож на какой-то красивый витраж. Ну, я на самом деле всегда думал, что гравий выглядит именно так. Ну, типа, гравий — это же куча камушков. И вот ну они, да. Камушки разные, видишь, они разные. Похоже на рыбу. Кого, на что похоже? На рыбу. На рыбу? Ребята, обязательно ставьте лайки, если вам понравилось, что мы нарисовали. Если не понравилось, то вы какашки, и вас следует забанить, потому что я считаю, что это шедевр. Ты посмотри, у нас теперь обои есть, обои. Подожди, подожди. Оп, вот так вот, все нормально. Вот так и будем заканчивать серию. Призываю всех подписаться на канал, иначе будет вам очень плохо. Юля хотела сказать, что вас забанят нахрен, если вы не подпишетесь на канал, поэтому подписывайтесь, тыкайте на колокольчики. Всем пока! Пока, пока!